цикл делаю уличный. А заготовки уже были, да? Да, деревянные доски были, а бруски сейчас напилил. Будет стол на улице такой. Большой. Уличный. Большой. Большой. Для больших заготовок. Для еды. На природе. Это да. Стол покрывала лаком в бытовке. И, видать, прислонилась. Руками провела. Все застряло. Сегодня денек 25 градусов. Представляете, жара, я в футболочке, в шортиках хожу. Вот это да, погода дает. Что-то на живу ливаешь, да? Ну, на живу. О, как это прострочил. Ты-дын-дын. Это еще посередине будешь делать, да? Что? Посередине брусок не буду. Нет? Нет. Угу. Не буду. Почему-то не хочу. Или надо? Не знаю, я просто. Ну, делай, как это 6, тут это 12 и 14. Ну вот и стол готовый, да? Готовый? Готовый. Остается поднять, посмотреть, что получилось. Да. Тимур лавочку в темпе быстром делает. Пока погода стоит, поэтому да. Стараюсь сделать. Сегодня прям чудесная погода, жара, уже говорила. Самое интересное, что ветра вообще нет. Тишина. Шмели летают. Стол уже готовый. Туда его перенесли около своего миниатюрного домика. Вот там столик. Я уже его сделала. Сделала. Покрыла. Покрытие. Покрытие вот такое. Акватекс. Ваниль. Такое же, как и туалет покрывала. Таким же цветом. Он причем, когда дерево влажное, оно дает розовый оттенок. Мне это очень нравится. Высыхает, потом все равно какая-то розоватость есть. Я, знаете, хотела сначала добавить колер серым цветом, чтобы стол был. Думала, передумала. Может быть, еще и надумаю. У меня есть черный колер. Вот разводишь понемножку, и получается такой сероватый оттенок. Тимур трещит, и я разговариваю.
досочки немножко играют, но ничего. Но это наша ошибка в плане. Нужно было их ровнее складывать, поэтому их немножко повело. Но ничего, этот стол специально сделали для улицы, чтобы на улице было. А потом уже какой-нибудь, может быть, уголок соорудим, где готовить, сидеть, отдыхать. Лес остался, поэтому с этой целью и брали, чтобы немножко остался, сколачивать какую-то мебель. Зато все своими руками. Замечательно. Все, сегодня я, наверное, лавочку не успею сделать. Не буду покрывать. Может быть, завтра. Да, до завтра. Краску нужно закрыть. Как вы думаете, если мне ножки стола покрасить серым цветом, вот на чем держится умывальник такой цвет, или как вот эти вот трубы у забора темно-серым, столешницу либо светлую оставить, либо вообще вот как забор сделать такой стол по цвету, серенький, светло-серый весь. Но я думаю, если контраст ножек и столешницы будет не очень красиво смотреться. А сейчас вот эта краска, она высыхает, ее практически вообще не видно. Так, чуть-чуть оттеночек есть. Видно, что покрытием покрыто, но натуральностью.